Соціально-медичний заклад, аналогів якому немає в Україні, оснащений європейським високоякісним обладнанням. Надо понимать, что это уникальный хоспис, такой в Украине один вот такого уровня. Их вообще немного, их, насколько, я просто боюсь ошибиться, но, по-моему, это пятый в Украине хоспис, а такого уровня он первый, и он даже лучше и оснащен, ну и новый, и оснащен, и сделан уже более современный, чем даже в странах Восточной Европы. Будівництво хоспису реализовывали в рамках проекта «Польща, Украина, Беларусь», и коштувало це близько 20 миллионов гривень. Роль всіх була, і країн Європейського Союзу, і проєктів Польща, Білорусі, Україна, в рамках якого це розпочалося будівництво, і район, і безпосередньо область, останній поштовх, обласний бюджет дав для того, щоб завершити даний об'єкт. Людей, які потребують паліативної допомоги, в краї багато. Этот хоспис рассчитан на 25 коек, а потребность оценивается примерно в 1200 человек. То есть это капля в море, это только начало. К сожалению, статистика такова, что 80% хосписных больных или паллиативных центров занимают онкобольные с мучительной болью. 15% из этих пациентов склонны к суициду или ставят вопрос об эвтаназии. Таких пациентов сделать комфортную жизнь, есть такое понятие в медицине, качество жизни, и достойно уйти в мир иной, можно сделать, и мы обязаны, чтобы человек не мучился. Тому відкриття соціально-медичного закладу, в якому б до останнього боролися за життя людини і робили все, щоб полегшити страждання таких хворих, надзвичайно важливо. Есть пациенты, которые, задумайтесь, в сутки принимают до 20 ампул морфия. Умножайте. Недавно была пациентка, которая за 2,5 года или 3 года, какая разница, таких мало, но такие есть, приняла более 2000 ампул морфия. Это люди-зомби. Понимаете, в чем дело? Это люди, которые на своей волне идут. Наша задача, ведь мы уже стадию рака 3-4 стадии, мы не вылечим. Как я всегда говорю, я не пророк Моисей. Я просто могу сделать так, чтобы человек не мучился. Сама будівля оснащена централізованим оповіщенням, в палатах є туалет і душ, для лежачих людей ванна, крісла-каталки, ліжка з дистанційним управлінням та надсучасне медичне обладнання. Також у хоспісі є 6 гостьових палат для родичів важкохворих, харчоблок та пральна із автоматичними установками для дезінфекції. Тут є і прощальна кімната, і найголовніше – все необхідне, щоб надавати допомогу смертельно хворим людям. Зараз залишилось знайти фахових та сильних духом медпрацівників. Германія, Америка, тобто це ті країни, які я, к щастю, посещав і по обміну опитом, там пацієнтами такими займаються врачи, які пройшли спеціальну, ну, будемо так, підготовку медицинську, а найголовніше – моральну підготовку. 70% сотрудников в течение 3 лет уходят. Они не выдерживают барьера психологического. И если человек приходит, он думает, что да, все красиво и хорошо, то видеть мучение и делать работу в любое время дня и суток, праздник, не праздник, это не имеет никакого значения. То для этого нужно быть, просто иметь душу. Тут працюватиме и выездная бригада. Більш детальніше про роботу хоспису дивіться вже у неділю у підсумковій програмі «7 днів».